Не, если честно, реально, нахрена мне это? А, у меня в киллов-то нет. Значит, сваливаю. Twisting tunnels seem a little less impossible. Какой факел? Быстрые рефлексы. Ну, в принципе. В принципе, нормально получилось. Curiosity, interest and obsession. Mile markers on my road to damnation. Есть фамильный пистолет. Фамильный крем для усов, фамильная печатка, фамильная бутылка на 25 хп зачем-то. Зачем, я не понимаю вообще. Бутылка повышающая хп. Ну да, я сам не понял, зачем мне это? Бесполезный был бой, в общем. Абсолютно бесполезный. Больше так не буду делать. Слушайте, у меня уже фул комплект для бегания ночью есть. Ну что, пошлите на русалку. Убийца мистики, жесткость, крит, дневной. Поехали. Чего не так мало хп? Может, собаки лучше взять? В смысле? Собаки, кстати, намного лучше с хп. Все. И она полезнее будет по факту. Держимость вещами. Может, плохо закончится. Ну ладно. Пойдем с ней. Блин, мне смущает то, что у этой очень-очень-очень мало хп. 36. Как бы это плохо не закончилось. Все для нее. Зачем ее продавать? Ее надо оставить для ачивки. У меня же есть какая-то ачивка. Собрать эти. Собрать все
Реликт предков. Предка. Вот. Кольцо я вспомнил, для чего мне нужно было. Кольцо мне для этой дуры надо. Двенадцать, 11 скорости, 6 какая. Дискрита вообще. Вообще нормально, нет? Зачем мне фамилия Рассол? Ну, не знаю, вдруг я улиток буду готовить. Имеет смысл, нет, составить. Проверить, сколько денег. 7000. И само здание 9 дают. Приключениями. Under the blood moon, I lured my wide-eyed prey to the pier's edge. Before she could properly appreciate her position, I clamped on a manacle, chaining her to the leering idol. A small push was sufficient to send both into the icy waters. And when at length the tide receded, jewels of the most magnificent grandeur lay scattered upon the shore. I always wondered what became of the unfortunate little whiff. Какого лешего? Вот что это за карта, в которой мне опять надо всю карту проходить? Только две битвы я избегу, остальные будут. А, да, это будет трындец. Я могу слиться еще до босса. Я уже начинаю сливаться еще до босса. Curious is the trapmaker's art. His efficacy unwitnessed by his own eyes. О! Это прикольно. Бронированная хрень. Криты проходят, но ему вообще пофиг. Яйцеборот.
such a terrible assault cannot be left unanswered. Прям в лицо, а? Confidence surges as the enemy crumbles. Ну, все возможно. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Это фамильный сундук, в принципе. Редко что-то полезное бывает. Хм. Да я правильно дорогу выбрал, кстати. О, надо все обходить. Алкоголизм, зачем ты алкоголизм вылечил? Я что, выбора другого не было? As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Статуя Ктулху, да? Это, конечно, прикольно. Continue the onslaught. Destroy them all. Том по башке. Знаешь, лучше бы уж хлебало. Серьезно. Что не так, Алкет? The ground quakes. Конечно, бронированная скотина, а?
Зачем ты убиваешь своих братьев, хоть и бывших, но все же стримеров? Понятия не имею. Судьба такая у них. Да господи, краб бронированный, а? 50 армура. Давно бы уж убил. Не тон на нем армура. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Как еще можно обезвредить кальмара? Ну серьезно? То есть я только что убил ракообразное, которое пилил я 2 часа, и тут же еще одно. Спасибо. May we find victory. A powerful blow. Какой же он бронированный, а? Не, он корявый, но бронированный. С ним не поспоришь. Their cursed champion falls. As victories mount, so too will resistance. Но потом я все равно сюда пойду назад. Смысла нет. Меня бесит то, что они одного фокусят. Долгое наращивание панциря. Все может быть. Ты серьезно не убила? Один хп. Сейчас он точно к нему не уклонится. А это-то как не уклонилась? Даже такая корявая. Мило. О. Seize this momentum. Прикольно. Push on to the task's end. Я тут
точно куча бабла стоит. Так, что делать с этими? Ладно, так сделаем. Эмблемы мне сейчас не так уж и нужны. Сейчас вот эти две битвы прохожу. Возвращаюсь назад. Тут сплю. Активирую диковинку. Еще одна карта. А что, я ошибся, что ли? Нет, я не мог ошибиться. Босс явно там. Все плохо. Мне эти две гадины насуют мне. Какой нафиг шокер второй раз? Как это убить? Застанем. А, я болею сейчас какая-то будет. Нет, нету. Значит, повезло. Да ладно, заколебал! Откуда столько критов? Отлично. Попал в медузу. Кажется, я испытываю судьбу. Nightmarish creatures can be felled, they can be beaten. А давайте рискнем. Сейчас вернемся назад, отоспимся, заюзаем идола и потом пойдем в ту сторону, потому что иначе меня в киллов не хватит, чтобы возвращаться назад. Я на самом деле там можем двух идолов, наверное, заюзать. Наверное, тоже. Семь факелов. Нет, мне факелов не хватит. Circle in the dark. The battle may yet be won. Lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Все, прибыли. Теперь можно попробовать что-то сделать. Что-то имеет смысл, нет?
почему они 5 поедают, я не понимаю. А, этот поедает, блин, одну. Дополнительно, я забыл. Чёртова, надо было снимать перед привалом ее. Ты меня спрашиваешь? Я понятия не имею. Another mariner, another misfortune. Вот здесь, я в курсе. Так, кому-то еще можно что-то взять, снять. Это надо снимать. Да ладно, где чешемость? Что? Все нормально. Бывшая стрельба не подпустит к своей госпоже. А их никто не спрашивает. Impressive. Че, финишная прямая до босса. The match is struck. A blazing star is born. Рискнем, да? А, стоп, а че рисковать? Баф я, конечно, не получил. В принципе, почти фильм придумал на босса. О, неплохо. A decisive pummeling. A trifling victory. But a victory nonetheless. Ай, блин, не то сделал. The aquatic devils have remade the poor girl in their image. She is their queen and their slave. Как может быть королевой и рабыней одновременно? Оу. Как-то ты неудачно ее вытянула, знаешь. Очень неудачно. Я нахрен метка снайпера, упоролась что ли? Больно. Ну,
Она меня атакует. Попал. Не зря ты это делаешь? Ничего-то не изменилось. Просто накидывает на меня кучу стресса и все. Precision and power. Воу! А потом она ко мне перебафана и вернется. Какой-то проблем на самом деле. Правда, она вернулась где-то в задницу, ну ладно. Но висталку можешь забирать, она вообще бесполезна для меня. О! А у висталки что-то есть, походу, там. Мурлока притащила. Это было больно. Что, живая, что ли? Она же не хп. Стресса я от него хватался просто по полной программе. Ауч! Вистал, ты что, офигела, что ли? Seafaring trade in the lifeblood of any port can resume again now that the roots are safe. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Висталка мне помощь не давала. Молотком. Это было немного неожиданно. Любовной головой по голове. Ну, в принципе, да. You will know the tragic extent of my failings. Можем вообще оставлять нашим освещением. Ну, Кокосик, я на визуалках очень давно сидел, и как бы вообще на самом деле игрушка очень хорошая. Девочка там просто шикарная, я просто не знаю, как можно ее не любить. Вообще, как можно сделать такой девочке больно, я не понимаю. Игра для конченых. Даже не знаю, как сказать. В общем, для конченых плохих людей, которые могут сделать такому созданию плохо. Это вообще жесть.
Блин, я с этого... Я потерял запал с пушки. Не обидно очень, на самом деле. Кто там остался? Осталось всего, по-моему, два босса у меня. Это осталось... Утонувшая команда и бесформенная плоть. Все. Выродок до шестого, наемник до шестого. Но выродок четвертого... Мне предлагают фамильные портреты везде. Фига мне ваши фамильные портреты. Лучше пройдусь по длинному. Я соберу денежки. Хотя может пофаниться. Не знаю, что из этого выйдет. Наверное, что-то страшное. Давайте попробуем. Вот так вот сходим туда. И сразу без факелов. Руины, чё не? Что там будет руины? Ничего особенного. Хотя можно быстрый данж без факелов побежать. Давай плащ, но плащи нет. Нельзя два плаща девать. Блин, эта штука на самом деле более прикольная. Хотя ладно, поехали. Попробуем сходить на средний без факелов. Я не знаю. Ну, в худшем случае просто убежим оттуда. Я ничего не теряю. Как бы. Так, стоп, зачем мне факелы? Так, вот это вот. Вот это вот. Вот это вот. Можно вот так вот подстраховаться. Я, по-моему, там никто не кидает. Кроме пауков. Ну, пауки это исключение. Все, погнали. Зато они мазать не будут, кстати, сейчас. И по идее должны офигенно уклоняться. There is power in symbols. Collect the scattered scraps of faith and give comfort to the masses. Continue the onslaught. Destroy them. Два урона-то. Press this advantage. Give them no quarter. Две главе. Две по разные повязки можно. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Прикольно. У меня факелов нету. Я бы сходил еще раз. Там прикольно с ней получилось подраться. Место задания. Это я хорошо зашел. Вау! А что, всю карту, что ли, открыла? Место задания... Ну, короче, понятно, сюда и сюда. Ну, а лучше всю карту обходить. Не, по мне криты не пойдут, у меня как бы деф хороший с того плаща.
15% плюс уклонение. Че они начали жрать-то? 15 защиты, 10 уклонения. Ну вы че? У них все статы повышены сильно очень. Да и у меня 14 крита. По 12, по 14 криту. Чего вы вообще говорите? Какие нафиг по мне пойдут? Я сам по кому хочешь пройдусь. Ну, кстати. Не дура. К тому же, после разведки сейчас, по идее, я их врасплох могу заставить. С высоким шансом. Confidence surges as the enemy crumbles. Двоечки, крипы. У игры везде уши. Their formation is broken. Maintain the offensive. Фига, что у него токсин делает. А, скорость. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. А, один факел нашел. Возможно, сходим к нему. Как далеко? Ну, я не особо далеко. У меня с ней хорошие отношения, там все дела. Но я больше как-то не шел до конца, потому что я так понял, что пока я с ней не пересплю, дальше жить не пойдет. А у меня как бы рука на нее не поднимается. Точнее, не рука, а кое-что другое. В общем, не важно. Precision and power. Блин, слушайте, блин. Нет, он жал. Конечно, жесть. Просто жесть. Просто аннигилейшн подземелья. So это имбовые очень арты. Я помню, я с такими в бете, что ли, ходил с подобными. Было очень весело. Такая неубиваемая скотина очень. Кстати, даже еда-то не понадобится. Я... О! Секретка. А, нет, ключи есть. Секрет потом пойдем. Сначала все обследуем хорошенько. А антиякс я зря не взял, если на того чувака пойду. На самом деле даже не думал, что там он будет. Impressive. Push on to the task's end. Место здания на самом деле в заднице. Одна лопата мне сейчас нужна будет. В принципе. Even the cold stone seems bent on preventing passage.
Блин. Как так? Не, нормально. Не, вообще офигенно идем. Мне даже нравится. Серьезно, я просто критами скидываю себе весь стресс. Это жесть какая-то. Раз. Ну, на самом деле, можно уже брать спокойно. Идти в лагерь. Сейчас так и сделаем, наверное. Надо урон повысить по двухклеточному. As victories mount, so too will resistance. The promise of safety. Пойдем, не пойдем. Давайте сходим. А вот паучки. Самое опасное вот эти вот ядовитые ребята. Фигня. Precipitates a dizzying fall. Деньги. Что идем за заданием? Мы идем к ТРЖ и идем активировать фиговину. Битва. Очень неплохо. Так, все, уходим назад. Для ТРЖ нужно 3 слота. Это самое печальное. Темпос, привет. Для ТРЖ нам нужно 3 слота. 3 долбанных слота. А у меня слотов нет. Еще выбери место шеи на карте. Ну,
можно деньги, наверное, выбросить. Или вот эту фигню. Целебная трава я выброшу, наверное. Мне уж здесь не понадобится. А на оставшиеся слоты я не знаю, что выбрасывать. А, ключи, кстати, можно будет выбросить. Нам тоже не понадобится. Да, остается один слот. Я бульки я не буду выбрасывать, я их выпью перед тем, как зайду к этому парнише. Угу. Так, это можно выбросить, это можно выбросить. И что-то еще надо выбрасывать. Что еще? Ладно, фиг с ним, с эмблемами. На самом деле так-то очень хорошо я запакован. Все-таки битва, да? Три битвы мне еще. Про запас. Так что у него будут проблемы. Я надеюсь, что в такой ситуации он не перемещает никого. Слушайте, а если факел потушен, он ведь не перемешивает отряды, насколько я помню. Или он всегда перемешивает их? Дай педаши. Поехали. Так. Да. Я, ну, сейчас, в принципе. Нормально. Хотя можно, наверное, не отвлекаться, его замочить быстро и все. 50% хп ему снес. Опять перемешал. Ни хрена себе! А сколько он стресса накидал? Нет, так не пойдет. Надо мне места менять. Метку на него ставить. 11 хп осталось. Не, ну в принципе все, он слился на следующий ход.
Да, сейчас мне этого сольют. Все, скился. Это очень паршиво. Я надеюсь, что он выживет. Трусость. Ого. Сейчас это сходит. Блин, уроды вот эти вот. Ну опять, короче, все в стрессе по уши, но это было логично. В принципе, было вполне логично, что буду по уши в стрессе. Не, ну все, он не ваншотен, однозначно. Сейчас. Фиг знает, сколько раз он будет при смерти, но его не убьет. Или... Или их, кстати, могут убить. И сердце может не выдержать. Урон, если факел. Что? Что это такое? О да, от стресса он мог откинуться. Прикольный дар. Ну, 16 тысяч унес. 16 тысяч с подземелья первого уровня. Недурно. Ну, дебафов, конечно, не словили, но и хрен с ними. 16 тысяч окупают все их дебафы. Degeneracy of the hamlet is nothing, I fear, when compared to the condition of surrounding acres. Урон, если... Нет, слушайте, так жесткая штука. Урон, скорость, уклонение. Прикольно. Секретная комната, да, секретка была, я еще и секретка, 7,5 тысяч унес. Так, ну, в принципе, профитно получилось. Так, надо смотреть. Надо смотреть, что делать стрессом у них. Во-первых, это... Наконец-то пошла снимать стресс. Только медитации. Игрок. Самоистязание. Короче, 4 человека сидят в церкви. Жесть. Чё они там забыли вообще? Любовный интерес. Ну иди в бордель, чё. Просто так все плохо. Спокойствие. Не будет пить. Тоже медитируй. Поклоняйся. Тоже можно снять часть стресса. Жесть, просто вся церковь забита. Вся церковь в наемниках. Да, там сюжет дальше не идет, если ты с ней не переспишь, походу. Из-за этого я и забил. Кокосик. У меня рука не поднималась на нее. Не только рука, на самом деле.
Ну, просто она слишком милая. Блин, три висталки в церкви, просто... Просто заняли церковь. Долбаные висталки. Что такое деятельность? Что значит деятельность, я не понимаю. Так, Кокосик, только не говори, что ты испортил тянку. Поп расстроен, в смысле? Просто серьезно, весь монастырь забили, это жесть какая-то. Значит, я не думал, что я за один день могу посадить всех в монастырь. Это бред. Я такого не ожидал. Просто народ в монастыре отличивается. Постыдное его лицо. А у них у всех такие лица. Кстати, на самом деле, мне кажется, если бы был вот такой вот наемник, это было более сурово. Эта баба, она выглядит намного более сурово, чем Барбариан наш. Так, что там вообще вынес оттуда? Я что-то бесполезно оттуда вынес, да? Яркий. А смысл вообще от него? Богохульные свитки. Я вообще не знаю, зачем смысл этого свитка для висталки. Самый суровый среди всех? Да нет, Локет, есть более суровый. Я не помню, какой-то из этих ребят, он тоже, по-моему, почти идеален. А, нет, вот идеальный есть Крузак. Так-то. Не ты один тут идеальный. Тут как минимум были двое или трое идеальных ребят. Вот еще один идеальный. Так что, Локет, ты не один такой. А это тоже, в принципе, идеален. Он хотя бы не пьет в городе. Нельзя медитировать в городе. Ну, в принципе, что у нас там по квестам? Ага. Идут уже такие квесты. Ну, я сюда не смогу пойти по простым причинам, блин. Да заповедник я тоже не хочу тащиться. Там больно. Фамильная лампа. Мне, по-моему, достался только фамильный портрет, лапа и ручка, все. Ну, я милую тянку тоже не трогал, на самом деле, так что... Смотри сам. Так. Я не знаю, что мне сейчас делать. Сколько времени уже? Время уже 5 утра. 5 утра, господи. Мне вставать через 3 часа. 53 тысячи. Попла просто куры. Вообще, по идее, можно его продвинуть. Ты просто ее наркотиками не упарывай. Тогда все будет хорошо. Наверное.
Ну, значит, ты не встретил там дядьку с книгой, который, в общем, продает тебе книгу интересную. И там рецепты довольно интересных веществ. Ладно, неважно. Я просто помню, что она там есть. Причем тот же дядька, который продает тебе тянку. Просит купить эту тянку у тебя. Ладно, неважно. Мы уже отошли от темы. Почему снятие стресса? Снятие стресса. Цыганки вообще нет ничего подходящего никогда. Кокосик, я ее не пичкал ничем. Веришь, нет? Ладно. Сколько у нас времени? Времени уже 5 утра. Давайте, наверное, уже потихоньку закругляться, потому что я вижу, что активности в чатике уже нету. Я думаю, смысла уже нету продолжать. В общем, подведем итог сегодняшнего стрима. Минус. Раз, два, три, четыре. Минус 10 легендарных предметов. Минус 5 героев 6 уровня. Причем в которых я так жестко прокинулся, что это, блин, это было очень обидно. Минус 3 новичка в темном подземелье. И минус 2 босса. Осталось последние 2. И все. И начнется только темное подземелье. 106 неделя тем временем идет. У нас казна, кстати, полна. 53 тысячи в казне. 53 тысячи. Сколько стоит изучение? Ой, господи, за 1000 я могу их изучить все. Офигенно. Чистка оружия, небывалое мастерство. Прикольно, кстати. Все закончится хорошо. Прикольно. Блин, вот они, короче, что-то фиксанули, я не помню, что. Раньше был какой-то скилл у Круза, который... А, вот, по-моему, кстати, он и есть. Я просто брал двух Крузов, кидал эти скиллы, и все было имбово. Вот фигово то, что они сделали на 4 боя всего. Вот так это было довольно имбово. Вначале просто данжена кидаешь эту фигню, и все офигенно. Сразу становится. Ладно. В общем, всем спасибо, кто меня смотрел. Пока все по Darkness Dungeon. Возможно, через минут 20 будет визуальная новелла. Кому интересно, можете оставаться. Кому не интересно, ну что ж, тогда до новых встреч. Также повторюсь, можете подписаться на мои каналы. Кому интересны предыдущие воды, они есть на YouTube, ссылочка под в описании стрима. Как всегда, я знаю, что ты ждешь. Я знаю, что ты ждешь, и я знаю, что ты очень хотел.
Но я просто не знаю, стоит ли мне в таком состоянии его озвучивать. Потому что, ну, блин, не знаю. Надо искать девушку на самом деле. Причем не просто девушку, надо искать какую-нибудь маленькую девушку. Не дай бог кому-нибудь рассол больное место. Да, было бы неприятно. Я, кстати, не знаю. А, кстати, ребят, хотите посмотреть мое место для стримов? Правда, оно грязное, как чего знает чего. Чаёк остыл. Да, чаёк. Может быть, кому-то будет интересно? Нет, видимо, никому не интересно, раз все молчат. Ну ладно. Экскурсия по дому. А как же маленькая девушка захочет озвучивать новеллу, особенно если там... Нет, это не инструкция по дому, это просто инструкция по моему рабочему месту, где я стримлю. На самом деле оно выглядит вот так. Чатик на всякий случай открыт, чтобы можно было почитать. И само основное окно с чатиком. Клавиатура, мышка. Корику, кстати, уже лет 8, наверное. Смотрите, в каком состоянии. Вот в таком состоянии я играю на коврике. Он разваливается уже весь. Вон. Нет. Туда показывать нельзя. Не знаю, вебка, короче, дальше не удаляется от компа. Так что... Вы ничего не видели. Твой коврик, любая плоская поверхность. Нет, мой коврик, он у меня еще со времен моего самого первого компьютера, который у меня был. Стол. Я сейчас даже скажу, сколько этому коврику лет. Я вас обманул. Ему на самом деле намного больше лет. Сейчас 2016, то есть коврику... Йо! Да коврик уже... Сколько у меня первый комп появился? По-моему, где-то... 10 или 11... Не помню. Не перестать вы под околу так стримить. Ты имеешь в виду так, что ли? По-моему, это дурацкая идея. Дурацкая идея. Потому что я могу спалить чуть лишнего, когда буду поворачиваться. Потому что у меня вебка на шнуре. Ее особо не потаскаешь. Если бы она беспроводная была, тогда возможно. А что? Че меня палить-то? Я не буду говорить это на стрим. Если тебе интересно, можешь написать мне, я тебе отпишу. Ладно. В общем, давайте на этом все. Еще раз всем спасибо и до новых встреч.